В Актюбе продолжаются дезинфекционные работы. На сегодняшний день сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям обработали около 2 миллионов квадратных метров городских улиц. Сегодня бригада отправилась в микрорайон Нур-Сити, самый оживленный и густо заселенный район города. 40 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям и 7 единиц техники. В одном из самых оживленных районов города, микрорайоне Нур-Сити, будет проведена дезинфекция дворов, спортивных и игровых площадок. К слову, на сегодня по городу было осуществлено 90 выездов. Мы делали дезинфекцию в дорогах, подъездах, дворах и тротуарах. Из них подвоз воды 700 тонн. Дезинфекция на сегодняшний день нашим сотрудникам была 2 миллиона квадратных метров. Специалисты уверяют, раствор полностью безопасен для населения. Он не вредит ни коже человека, ни его одежде. Мы используем дезраствор для дезинфекции. Это хлор, это безопасно для жителей и детей. Кроме дезинфекционных, в городе проводятся и разъяснительные работы. Гражданам объяснят, как надо себя вести в режиме карантина. Так, в целях своевременного информирования населения 943 раза осуществлялся перехват теле- и радиоканалов эфирного вещания. Уважаемые жители, строго соблюдайте режим карантина. За нарушение режима карантина предусмотрена ответственность в рамках действующего законодательства. Пока в городе карантин, жители настоятельно предупреждают о необходимости соблюдения всех установленных правил. Как говорится в пословице, береженного Бог бережет. Анастасия Евсеева, Азамат Сауханов, телеканал Актюбе.